штаб строительства «Вотчина прорабов». Здесь они готовят документацию, заполняют журналы. И выполнять свои обязанности должны, не переживая за пожарную безопасность. Именно отсюда начали свою проверку инспекторы территориального отдела надзора за строительством номер один по Московской области. У нас тут оборудована все пожарная сигнализация действующая. Оборудовано все огнетушителями, бытовка, так что по пожарной безопасности здесь у нас проблем нету. У нас есть своя служба, которая ведет контроль за этим, за исправностью средств пожаротушения, средствами индивидуальной защиты. Рейд «Стройка. Территория безопасности. Воденцова-1» первый не только в нашем районе, но и в Московской области. В течение месяца инспекторы главгостройнадзора посетят более 100 стройплощадок региона. Они проверят размещение бытовых городков, наличие первичных средств пожаротушения, извещателей и выяснят, знают ли рабочие, как вести себя в случае чрезвычайной ситуации и соблюдают ли технику безопасности при проведении работ. Мы обращаем особое внимание на противопожарную безопасность, состояние как объекта, так и бытовых городков. У нас по Московской области запланировано, как я уже отметил, достаточно большое количество рейдов. Мы их проведем в течение месяца. Бытовые городки по правилам пожарной безопасности должны быть разделены брандмауэрными стенами. Именно ими и остались недовольны инспекторы Воденцова-1. Замечания были по поводу размещения бытовок на строительном городке, соответственно, не были выполнены полностью противопожарные стены, разделяющие городки на отдельные отсеки. Были также несколько замечаний по поводу наличия систем пожарной сигнализации, а так в основном городок соответствует требованиям пожарной безопасности. Замечания, как вы слышали, несущественные. Мы устраним их в ближайшее время. Ну, я думаю, что недели нам на это хватит. Значит, по итогам, как представители Госстройнадзора сказали, значит, будет составлен акт, по нему я отчитываюсь, да, там, примем меры и отчитаемся о выполнении. Я думаю, недели хватит. Если же выявленные нарушения устранены не будут, инспекторам придется применить штрафные санкции. Сразу после проверки бытовых городков проверяющие отправились в строящиеся корпуса, чтобы выяснить, соблюдаются ли правила пожарной безопасности при строительстве жилых домов. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».